Яна Красноцветова – ученица 5 класса одной из кустанайских школ. Несмотря на юный возраст, за ее плечами немало конкурсов. Сейчас она одна из лучших флейтисток в музыкальной школе. Кстати, в класс флейты Яну привела мама. Недавно Яна вернулась с международного конкурса «Южноуральск-Зальцбург». Она и 6 солистов, а также ансамбль домбристов получили приглашение на родину Моцарта в Австрию. Я заняла первое место. У меня были в начале волнения, когда я услышала про этот конкурс. Потом я поехала туда, когда мы первый раз начали репетировать, я не боялась. Потом перед конкурсом я начала сильно волноваться. И потом, когда я вышла на сцену, я перестала волноваться и сыграла хорошо. Свое творчество на высоком уровне показал и Батыржан Танкеев. Юноша стал вторым на этом конкурсе. Батыржан уже не понаслышке знает о фестивале «Южноуральск-Зальцбург». В прошлом году он приехал в Кустанай с 3-м призовым местом в секции фортепиано. В этом году он выступал с национальным инструментом домбра. Против меня были разные инструменты. Против меня и вокал был, и фортепиано, и домбра. И все они на профессиональном уровне играли. Довольно-таки хорошо очень. Каждый достойно тоже представлял свою программу. Как рассказывают юные музыканты, 90% успеха зависит и от преподавателя. Если бы не их труд, который они вкладывают в каждого воспитанника, то никаких побед не было бы. Немаловажную роль играет и дуэт концертмейстера и инструменталиста. По словам педагогов школы, только благодаря тандему можно рассчитывать на триумф. Побед в копилке детского музыкального учреждения много. Недавно воспитанники вернулись с еще нескольких престижных конкурсов. Знаменитый ансамбль скрипачей занял второе место. Двое юных солистов стали лауреатами третьей степени и двое дипломантами на международном конкурсе фестиваля молодых исполнителей в знаменитой на весь мир Гнесинке в городе Москва. Квартет домбристов и Жатекова Диана заняли первые места в международном конкурсе фестиваля «Аккугершин». Нельзя не отметить, что участие в таких масштабных конкурсах дают преимущество при поступлении в консерватории и Академию искусств. Многие выпускники музыкальной школы обучаются в лучших музыкальных учреждениях, как Московская государственная консерватория, Казанская национальная академия искусств и Новосибирская консерватория имени Глинки. Дмитрий Гуренко, Динара Абдирова, РТН.